Швейцарские драники. Очищенный картофель натрите на крупной терке, промойте и отожмите. Натрите пармезан на мелкой терке. Колбаски нарежьте небольшими кубиками, добавьте к картофелю. Посолите и поперчите. Добавьте муку, куркуму, пармезан и перемешайте. Разогрейте в сковороде растительное масло, смочите руки и слепите драники. Обжаривайте с двух сторон до золотистости. Затем часть драников выложите на дно жаропрочной посуды. Сверху уложите моцареллу и посыпьте сухими травами. Слегка полейте оливковым маслом. Накройте сверху оставшимися драниками и запекайте в духовке 5-8 минут при температуре 180 градусов. Подавайте блюдо со сметанно-горчичным соусом и свежей зеленью.